это еще что? Я думаю, порт прибытия. Похоже, автопарковка не предусмотрена. Руку сюда, в рулевой подвес. Схватись крепче. Ясно. Этот руль рассчитан на одного амбала, так что рулим синхронно. Я понял. Предлагаю свернуть в сторону, в сторону! Пронесло. Ваша заслуга. Можно сказать, если пришельцы отложат в меня яйца, и я вас сожру, заранее прошу прощения. Чтобы больше никаких отсылок к поп-культуре до конца путешествия, уяснил? Я к тому, что к нам кто-то ломится. Задам очень простой вопрос. Где Гамора? А я еще проще. Что за Гамора? Можно еще проще. Зачем Гамора? Говори, где она, не то поджарю шкета до хрустящей корочки. Вперед! Стреляй в моего, а я покончу с твоим. Давай! Стреляй, Квилл! Я выдержу. Нет, не выдержит! Она права. То есть отвечать не хотим? Тогда всех троих положу. Ответы из Таноса я выбью сам. С кого начнем? Стоп, что, Танос? Ладно, можно я задам один вопрос? Имя вашего господина? Господина? В смысле, Будда или Зевс? Он землянин. Не землянин, я из Миссури. Это на земле, умник. Какого вы на нас набросились? Так вы не с Таносом? Мы с Таносом? Вы что? Я хочу убить Таноса за Гамору, а вы кто? Мы мстители, чувак. Это про вас. Тор нам рассказывал. Знакомый с Тором? Да. Здоровяк, внешность не очень. Нуждался в помощи. Где он сейчас?